Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже неоднократно вам рассказывала, как выращивать рассаду и получать обильный урожай с помощью почвоулучшителя. Вот так выглядят эти препаратики. Они сейчас есть в продаже. Если кто-то еще не нашел, то можно выписать по почте. Реально получаются очень хорошие урожаи. И самое главное, что вы получаете экологически чистые плоды, потому что это все натуральное, взятое из природы. И здесь еще и почва улучшается, и вкусовые качества у плодов. То есть это, можно сказать, три в одном. Я вам сегодня хочу рассказать о конкурсе, который организует компания «Силы жизни» совместно с сообществом «Садовый мир». Этот конкурс будет организован на страничке ВКонтакте. И для того, чтобы поучаствовать, нужно просто вступить в сообщество «Силы жизни» и в сообщество «Садовый мир», естественно, вот на страничке ВКонтакте. Дальше там будет опубликован пост об этом конкурсе, там будут показаны еще и ценные призы, они вам очень понравятся, вы увидите, что это и красивые, и полезные вещи, ну и, конечно, вот удобрения от компании «Силы жизни». И дальше вы должны оставить свой комментарий под этим постом, чтобы мы просто знали, что вы хотите поучаствовать. Я вам маленькую подсказочку такую скажу. Вы можете пригласить к участию всех своих родственников. Они тоже могут оставить и комментарий, и тоже зарегистрироваться. И у вас таким образом повышается шанс получить именно какой-то из трех ценных призов. Ну и нужно еще сделать репосты вот этого конкурса и рассказать о том, как вы выращиваете свои овощи на своем дачном участке. Конечно же, будет приветствоваться, если вы расскажете о своем опыте применения, вот, например, этого почвоулучшителя. Ну что ж, дорогие друзья, вот я еще вам чуть подробнее расскажу о призах. Первый приз – это куртка парка, стильная, красивая, и удобрение «Флорист Рост». Вам понравится, и вашим растениям понравится это удобрение, и красиво, и полезно. Второй приз – это удобная сумка и биогумус, который можно использовать для рассады и для комнатных цветов. И третий приз – это вот почвоулучшитель и портативное зарядное устройство. Видите, все какие полезные вещи и для вашего сада, ну и для вас самих. И, конечно, это просто приятно получить. Обязательно участвуйте, приглашайте всех своих знакомых, друзей, всех своих родственников, чтобы шансы у вас повысились. Я желаю всем хорошей рассады, я желаю всем хороших урожаев, ну и чтобы вы обязательно победили в этом конкурсе.